113 человек погибли при крушении военно-транспортного самолета в Индонезии, по данным агентства France Press. Среди погибших 12 членов экипажа и 101 пассажир. Ранее представители вооруженных сил страны сообщали, что на борту лайнера «Геркулес С-130» летели 62 человека. По информации местных СМИ, кроме пассажиров, воздушное судно перевозило определенное количество боеприпасов. Напомню, военно-транспортный самолет потерпел катастрофу сегодня утром, через несколько минут после взлета с базы ВВС на севере острова Суматра. При падении лайнер задел несколько жилых зданий и автомобилей. Возник пожар. В настоящее время на месте аварии продолжаются спасательные работы. Причины крушения устанавливаются.